Так, продолжаем мы с тобой проходить игру Heavy Rain. Нажимаем. Так, буквально секунду. А я хоть нажал запись. Так, конверт. Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес. Так, ну, показываем конверт. Давай посмотрим. Ты блин, достанешь мне мое увеличительное стекло из забывания. Да, конечно. Глаза меня уже подводят. Запоминаем. Стаканы. Блин, твою ж, ну зачем ты трогаешь? Ай, сейчас. Надо записать. Ну, ну хоть увидели. Стаканы. А, блин, а как записать? Она трогала шкатулку. Как будто, знаешь, пишу кому-то жалуюсь. Блин, ну я надеюсь, вспомню, что. Так, положи. Ладно, хотя ладно, трогай. Учительное стекло, это где телефон, да? Телефон у нас тут. Так, идем дальше. Сюда. Все, держи, мне надо записать. Спасибо. Ну, посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Все, все записал. Royal 5. Форма букв Т и Ф характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Прям мастер. Несомненно. Это именно она. Казалось бы, да. Давай про редкость. Это модель. Она редкая? Нет, нет. Они не редкость. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке едва ли не каждого старого дома. Так. А, ремонт, кстати. А кто, кроме тебя, может починить такую? Я выкупил у компании весь оставшийся запас запчастей за гроши. Лет 40 назад. Их все равно отправляли на свалку. Я и подсуетился. Так что каждый, кто здесь пользуется этой машинкой, хоть раз, да и заглядывал ко мне. Значит, в записной книжке. Да блин. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. Кто не платит, тоже а надо записывать. Взглянуть на записи. Надо знать врага в лицо. Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Royal 5 или приносил в ремонт. Да, мы будем признательны. Рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Блин, игра типа современная? А, чё, много кто машинками Думаете, пользуется? Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее Манфреду. Посмотрим, кто в списке. Ну, как минимум, посмотреть стоит. Опять она со своей шкатулкой. Что-то долго нет его. И что Манфред там копается? Надо посмотреть. Имя убийцы может быть в документах Манфреда. Давай посмотрим, что он смотрит. Не дает. Лорен думает, что сможет найти убийцу. Боюсь, ее ждет разочарование. И что Манфред там копается? Надо посмотреть. Так, сначала посмотрим за ней. Не трогали. Не трогай, пожалуйста, ничего не трогай. Как маленький ребенок, надо за тобой смотреть. На месте его нету. Но вот, скорее всего, поэтому я запомнил, что отпечатки нужны. Типа, что-то с ним случилось. На двери. Ай, на входной двери зашел. Блин! Я еще дополнительные отпечатки оставил. Да ё-моё!
Так, дверь. Блин, ай. Ладно, я запомню. Не получилось написать. Вот надо как-то вот сюда. Алло? Манфред? Алло? Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло? Сама книжка осталась? О, господи. Он мертв. О, боже. Так. Бедняга. Он не заслужил такой смерти. А ну это посмотреть, может там убийца. Так, еще отпечатки. Скотт? Собираем их только в путь. Господи! Что ты делаешь? Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблюд. И что же нам делать? Отпечатки. Смотрите за входом, а я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Хорош. Надо торопиться, полиция скоро явится. Значит, правильно все запомнил. Ну давай, чудодейственное. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манфред искал свои записи, когда его убили. Бросьте, надо скорее отсюда. Как без отпечатков вставляешь? Дай ей тряпку, пускай сама вытирает. Итак, погнали. Да-да-да-да-да, на телефоне, да, но сначала вот эту часть. Так, отлично. Теперь телефон. Да ты, ну, сам что ли не можешь? Мне надо смотреть, что за списком. Телефон. Обидно будет, если... Так, книжки. Нельзя, да? Хорошо, здесь что-то есть. Ничего. Вот тут, вот эту дверь я трогал. Так. Хорошо. Шкатулка, стакан. Телефон лупа. Стаканы. Блин. У нас же еще и на время. Я не знаю. Все прям успеем, нет? Давай, давай, Родинки, быстрее. Бутылку вроде мы несли. Не знаю, я на всякий случай. Конечно, тут, наверное, может и на смекалку, типа. Ну, шкатулку и на двери. Вы еще долго там? Полиция, пожалуйста. Вот-вот появится. Почти закончил. Не подгоняй, я тебя умоляю. Итак, тяжко. Секунду. Шкатулка осталась и дверь входная. Вроде да. Блин, еще как назло. И музыка громче. И трещит все громче. Так, шкатулочка вот это где? Никакой уйти, шкатулка. Так, отлично. Здесь-то больше ничего не трогал. На двери, на двери. Как выйти? Ага. И... Одна дверь. Ну все, не знаю. Если что-то еще было. Да не, все. Уйти, 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 уйти. Где кнопка? Все, уходим. Вы все стерли? Я не знаю. Стер, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Пойдемте скорее. Я там ничего не трогал. В смысле? Я же там ничего не трогал. Итак, ну, серьезно. В момент убийства вы были в доме жертвы. Верно? Да, он пошел в кабинет за одной вещью. Его долго не было, и я заглянул внутрь. Он был уже мертв. Мы ж не облокачивались, ничего. Это что ли? Следовало позвонить в полицию, мистер Шелби.
Тогда не пришлось бы тащить вас сюда. Слушайте, мы не убивали Манфреда. Мы были там по случайности. Мне не хотелось сидеть в участке, доказывая офицеру полиции, что я тут ни при чем. Ты проверил детектив, мистер Шелби, оставайтесь в городе. Если случайно найдете пару трупов, позвоните нам. Ладно? Обидно. Писать список. Так. Запоминать. Скотт Шелби опять вляпался. У тебя вообще с кем-то есть хорошие отношения? Пришел не вовремя, знаешь. Так бывает. Не парься. Я тебя отвожу. Ради старых времен. Спасибо, Картер. Я твой должен. А спросил бы, что у него есть. Нарыл что-нибудь интересное. О, молодец. Но пара идей есть. Но абстрактные. Не абстрактные. Если вдруг появятся конкретные, ты уж мне сообщи, ладно, скажи. Yes. Зря я продался. Ладно. В смысле абстрактные? Телефон, коробка, фигурки, книжка записная с именами машинки. Куда мы едем, на горы? Я везу вас домой. Стало слишком опасно. Ну нет. Мы же с вами напарники, таков уговор. Таков твой путь. Сердито не игра уговора. Слушайте, Лорен, вы хотите найти убийцу, но мне трудно работать, когда вы в опасности. Мы ей не прикажем. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына, и вам меня не остановить. Жестоко, холодно. Тогда ищите его сами. Если что-то пойдет не так, сами расхлебывайте. Там варианты такси. Остановите. Что? Остановите, говорят вам. Да тише. Мы в городе едем. Бьем еще кого-то. Да куда ты? Этот. Тебе как будто говорю. Это. Куда она? Если вы не поможете мне найти убийцу моего Джонни, я сама справлюсь. Да ну подожди, там ливень идет жесткий. Ты заболеешь. Ну иди. Что стало? Угрызение совести, да? Я сам во всем виноват. Нельзя было брать ее с собой. Ну, не в этом грузине совести, конечно, было. Давай поймаем. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Такой злобный какой-то. Ну, давай, пойдем. Наш специально так вставать. Лора! Я обиделась. Давай там. Напарничек. Мне так плохо. Так плохо без него. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять его. Блин, прям перед глазами пролетел. Давай нежно, да? Давай, обними. Car Repair Service. Это куда мы Итаном ходили машину забирать на второе испытание. То есть все примерно в одной области города происходит. О, Итан, кстати. Он уже пошел на дело. Там дело... Кстати, поставил таймер вообще, нет? Да, поставил. Дело с пистолетом? Не знаю. Опять же, кто бы там ни был. Что, жизнь одного человека ценнее другого? Спорно. Ну просто в рамках этой истории я считаю, что тут... Ну блин, у нас уже столько букв. Но неужели мы не можем пропустить, к примеру, одно испытание? Да? Что надо? А, мать твою. Я тысячу раз говорил, что на... Эй, не горячись, брат, а? Спокуха.
Что хочешь? Дозу? Наркодилер? Денег? Скажи, что хочешь, и мы сговоримся, а? А черт! Я тебя мозги выжгу, сукин сын! Уй-ой! Дробовик? Да какой товар? Нет, я жить хочу. Не спрячешься, чертов нарик. Последняя секунда. Как он ни разу не попал? То есть это дробовик? Там же разлет такой. А чего он дернулся? Я что там, бесконечные патроны? Ха-ха! Ну, конечно, повезло прям такой момент. А у нас есть? Подожди. Я дам тебе что хочешь. Наркоту или деньги. Нужна доза? Прошу, не убивай меня, а? У меня дети. Вот мои дочки. Это Сара, а малышка – это Синди. Прошу тебя, я хочу вернуться к ним. Прошу, прошу, не стреляй. Смотри, как будто бы специально то, что он, этот, наркодилер пытался нас убить. Нет, я не стану. Я тоже отец. Ну, я не убийца. Типа лишать этих детей, отца. Типа, чтобы справиться с собственной травмой, сделать травму на всю жизнь двум детям. Такое себе. Ну, не стоит. Ну, до этого относительно, скажем так, было безобидно. Если что, если Итана можно будет оправдать, понимаешь, нету убийства. Да, там разбой, вот это все. Но с этим можно жить. А с убийством... Это Сэм. Я выяснил, что ты просила. Владелец квартиры на Марбл-стрит, доктор Адриан Бейкер. Он бывший хирург. Приторговывал наркотой по-тихому, сколотил состояние, скупая дешевые квартиры. В числе прочих эту на Марбл-стрит. На наркоте его поймали за руку, дали несколько месяцев и лишили лицензии. Любопытно. Спасибо за информацию, сэр. Я твой должник. И, Мэтт, поосторожнее, ладно? Я постараюсь. Потом перезвоню. Чё за адрес? Как она сюда попала? Ничего. Владелец квартиры, где Итан отрезал себе палец, живет здесь. Не лучшая зацепка, но выбирать не приходится. Спасибо, что объяснила. Это понятно. Мысли есть? Притворись наркоманкой. Может, сработает. Надо как-то вытянуть из него информацию о квартире на Марбл-стрит. А думаешь, он что-то прям знает? Так квартира та сгорела. Привет. А, говорят, у вас можно достать бетропен без рецепта. Сожалею, но это не так. До свидания. Хоба! Успел. Стойте. Мне правда это ну, очень нужно. Ну чё ты, дай. Деньги есть. Ну, сказали бы сразу. Заходите. А ты чё думал, без рецепта, значит... Мы хотели на халяву как-то? Куда смотришь? Я видел, куда он смотрит. Он странный какой-то. Хотя, в принципе, все туда смотрят. Ну, так что второго поймали. Бетропен, моя дорогая. Проблемы со сном? Много надо? Ну, не знаю. 3-4 коробки. Ну, думаю, это не проблема. Выпьете что-нибудь? Компанию нет. Составите? Или это его обидит? Хотя,
Нам же надо его расположить. Блин, что-то я так серьезно, как будто мы наркотики будем покупать. Не, мы же хотим его расположить, разговорить. Да, пожалуй. Давай. Ну, типа, сядем. Че ты нас трогаешь? Че твоя рука? Все, убрал. Ты меня бесишь. Давайте попить не будем. Может. Кажется, мы еще не встречались. Кто вас направил? Ложь неопределенно обойти, сменить тему. Что значит обойти? Неопределенно. Ложь. Давай обойти. Главное то, что я здесь, верно? Очень классно ты обошла, конечно. Клиенты, лекарства, квартира. Ну, типа, такой, знаешь, намек хороший. Я вот, слышала, что вы сдаете квартиры. Это правда? Что-то извините, очень подозрительно. Милая, они уже все сданы. Жаль. Мне бы что-то в районе Marble Street. Что-то очень подозрительно как-то. Вы не пьете? Нет. Я не хочу пить. У незнакомых людей не пьем. Одну минуту. Подождите. Ну, естественно, мы ждать, скорее всего, не будем. И пойдем искать эту. Как его? Этот псих меня пугает. Надо бы осмотреться тут, пока он не вернулся. А что мы тут осмотримся-то? Похоже, док интересуется недвижимостью, помимо всего прочего. Ну, если он продает а-ля наркотики, то он наверняка знает, что на входе тут точно ничего нельзя оставлять. А то что-то да. Не знаю, непонятно. Что-то заберут. Тут? Давай смотреть. Похоже, он прихватил солидный запас медикаментов, закрывая практику. Снотворного тут хватит на целую армию. Допустим. Давай в эту дверь. Ладно. Ну, вряд ли. В спальне. Должно быть что-то в его спальне. Подожди, стой. Давай эту дверь. Будем идти по этапу. Ну вот, она сказала в спальне, и вот как раз столик, походу. Рако, Пако. Что-то Блю, что-то там. Ну, ходит, наверное, что это там? Стриптиз, может быть. Понятно, что. Хирургические халаты. Я думала, он больше не оперирует. Замучила ностальгия по былым временам? Как-то очень много халатов. Выходим. Очень долго его нет, как будто бы тоже специально. Что у нас тут? Две двери? Не знаю, нажал ли я. Маленькая проныра. Мы с тобой славно повеселимся, милая. Обещаю. Замечательно. На маньяка попали. Знакомьтесь, Мэтью. Он тут вроде как проводил перепись. Уже задолбали эти проклятые легавые. Так, значит, вы ищете на Marble Street квартиру. Я взял одну такую Паку. Если вы Стой. Может что-то еще сделать, нет? Не знаю, зачем она ему. Паку. Видимо, развлекается там с девками из голубой лагуны.
Если честно, мне все равно. Платит вовремя. Все бы так. Пусть развлекается. Я не вижу, что нужно сделать. Пора бы взяться за дело. Я так люблю оперировать, что рад любой возможности попрактиковаться. А как? Инструментов у меня нет. Использую подручные средства. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Она уже кричит, я жму кнопку. Будет немножко больно. А что я сделаю? Что я должен сделать? Всегда так. Как только возьмешься за работу, непременно кто-то звонит в дверь. Я выпровожу гостя и тут же вернусь. Не скучайте, я недолго. Ну, в крике эти пофиг, я так понимаю. Вон там что-то острое было. Можно это резать. Давай, давай, давай. А, даже резать не надо. Хорош. Так. Круто. Типа вот так через себя прыгни. Здравствуйте. Я принес вам слово Господа в виде этой прекрасной книги. Ого, ты. Я начинаю думать, что она... Тихо-тихо, не-не-не, стой! Не падай, главное не падай. Дружок. Доволен ты? Крестик! Тихо! Тихо! Дружок! Хорош! Капец, он дикий, он прям убить нас хочет. Ксую, ксую. Успел? Хорош. Успел? Успел? Душит. Отлично. Успел. Бей, 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 бей. Давай, а то он старикашка. Ого. Ему все в радость. Его бьешь, ему хоть бахны. Да, шуму, я жму. Икс. Блин, мы его сейчас убьем? Крестик. Вниз. Крестик. Как же много экшонов. Да все, хватит. Дай убежать. Мы просто хотим убежать и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да чего ты вырубилась? Или это специально? Псих какой-то. Притворилась? Мне кажется, притворилась. Но там не с чего вырубаться. Жестко. Это очень жестко. Но так она спаслась. Ой. А как хорошо игра начиналась. Размеренно, спокойно. Сейчас событие на событие просто. Но она сейчас может спокойно найти там это. Хотя, что искать-то? Сказал какой-то Пако. И как раз место, то есть там в любом случае ехать туда. И узнавать, кто там такой Пако. Вот он там берет квартиру. Теперь мы ФБРовцам приехали к этому. Нашему хотя он не подозреваемый, он просто удаляет машины. Очень плохо, что мы приехали одни без напарника. А может и хорошо. Кто-то есть в машине, но кто-то может... Джексон Невиль подозревается в краже машины, которую я ищу. Имеет смысл задать ему пару вопросов. Имеет. Это что? Что там дымится такое? Эй, чувак!
Ты что здесь забыл? А, я к тебе. Норман Джейден, ФБР. Можем поговорить? Да. Я ищу владельца голубой Chevrolet Malibu 8-3. Мне плевать, как она сюда попала. Украл ты ее или нет. Я хочу знать, кто ее купил. Просто скажи и все. Прости уж, не запомнил. Башка дырявая, ничего не помню. Да, да, да. Попробую освежить твою память. Если выяснится, что ты продал машину человеку в розыск, ты проведешь за решеткой полжизни, молчишь. Решил на понт меня взять, сосуд. Не видел я тачки. Иди. Ты не того напал. У нас есть супер-пупер очки. Паршиво себя чувствую. Весь в холодном поту. Руки дрожат. Да, хорошо. Я не верю этому человеку. Итак. Начинаем. Давай прошу. Прошло 4 часа. У меня меньше суток на то, чтобы найти Шона Марса живым. Типа 2 дня прошло? Ну давай. О-о-о, сразу. Что это? Наверное, какие-то левые машины. Здесь-то она откуда взялась? Кровь. Следы крови ведут к кислотной ванне. Так, ладно, подожди, давай сначала все посмотрим. Мне ничего не нравится. То, что тут кровь. Голубая кровь? А, нет, почему голубая? Вот, переводится кровь. С английским я дружу. Отпечатки пальцев, скорее всего, принадлежат Джеку. Ну, инструменты. Ну, давай, тут нечего смотреть. Что-то еще. Размер 42. Это кто-то из клиентов. Так, нам надо заканчивать серию. Я думаю, что сейчас она не сохранится, поэтому имеет смысл... Или давай таки, раз начали, добьем хотя бы улики в здании. Это не та машина, которую я ищу. Что-нибудь заново это все. Размер 45. Видимо, это размер Джека. Какая-то очень маленькая область сканирования, если честно. То есть это буквально нужно... каждый шаг сканировать. Сделали бы больше. Та же модель шин, что и у машины убийцы. Chevrolet Malibu. Неужели он был здесь? Нашли. Ну, правильно же я понимаю, нашли. Кстати, а вот этот крюк, его можно просканировать, нет? Да, можно. УРС запись. В гараже имеются следы пыльцы орхидеи. Ну, блин, по-моему, опять что-то нашлось. Это что? Машина стояла. Следы голубой краски, те же отпечатки шин, вне всяких сомнений. Машина убийцы была здесь. И что это? Ну, как дальше нам действовать? Смотреть. Стой. Ну, это просто инструменты. Вряд ли тут что-то есть. Там на входе, справа типа копинки было. Вот можно посмотреть, да что ж такое-то. Отлично сыпется с этой шапки. Бочки. Вот. Вот сказать. Он, кстати, не работает, он теперь просто сидит. Ну-ка. Что есть? О-о. Ну.
Тут ничего. Ну, это термос просто. Наверняка его отпечатки. Комментировать не надо, да? О, тихо, спокойно. Ну, давай смотреть. Что за кислотная ванна? Человеческий труп? Но не в таких держит детей, так что вот не оно. Твой дружок Лигарин, чем еще не могу. Пришлось заткнуть его, болтливый рот. Опа. Знаешь, на что это похоже? На хорошее завершение серии, чтобы была интрига. Согласен, очень плотно. На этом будем заканчивать нашу серию. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. Хорошего настроения, до встречи в следующей серии.